Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Состоялись съемки финала конкурса «Человек года 2016». Эфиры и голосования будут 17 августа. Концерт шел всю ночь. Зрители, которые заранее записались на шоу, уже имели счастье его увидеть. Андрей Чуев устроил Марине Африкантовой потешное предложение руки и сердца в курятнике. Зрители считают, что таким образом Чуев постарался выделиться накануне финального голосования за человека года. Как вы помните, год назад Андрей уже устраивал свадьбу с Мариной, на которой он опозорил девушку, сказав ей «нет». Руслана Мишина дала согласие сняться в клипе бывшего бойфренда Коли Должанского. «Я безумно рада этому», — пишет Руслана. «Кстати, Семен тоже считает, что я должна развиваться. Вроде не ревнует. У меня только хорошие воспоминания от общения с Колей. Я всегда рада предложить ему свою помощь». Татьяна Владимировна Африкантова принесла свои извинения участникам проекта за посты, которые она написала в рамках конкурса «Тролль года» и в которых она оскорбила их. Она пишет: «На Лобном с меня стали спрашивать, почему писала такие жесткие тролли, а все они были написаны под впечатлением потасовок и прочих неприятных моментов. Пришлось извиниться, но убирать не стали, тем более тролли гуляют по всем сетям». Кстати, Африкантова-старшая недавно выдала тайну Кристины Лисковец. В ее прошлом, оказывается, есть тюрьма. Девушка родилась на зоне, где отбывала срок ее мать. Кристина пришла в ярость от этих слухов. Илью Ебарова судили за превышение должностных полномочий. Он был оправдан, его спасла подруга и лучший адвокат Элла Трегубенко. Даша Сухорученко, вернувшись с выходного, собрала сумку и покинула телепроект. Девушка пишет: «Это не мое место, сидеть там без дела я не могу. Я люблю свободу. Спасибо проекту за опыт». Костя Иванов проводит время дома с сыном. «У мальчишек в детстве интересы – это машины», – пишет Костя, – «крутые тачки». «Взрослеешь, интересы меняются, на первый план выходят куколки». Валера Блюменкранц, как вы помните, съехал от Таты Абрамсон из-за ее предательских переписок с другими парнями. После этого он ходил по периметру и всем рассказывал, что мечтает о море, о пальмах и о девушках в бикини. И вот Валера вдруг выяснил, что кроме Таты он никому не интересен, не нужен, отношения с ним строить желающих нет. Теперь он сменил тактику и говорит, что на самом деле ему нужна только Тата. Марина Африкантова рассказала, что бабушка Андрея Чуева ее полюбила. «Такого позитивного, доброго и улыбчивого человека встретишь редко», – пишет Марина. «А чувство юмора у Ольги Петровны вообще на высшем уровне. Она меня очень полюбила». Ведущая проекта Ксения Бородина по количеству подписчиков своего аккаунта в Инстаграме догнала Ольгу Бузову. «Сегодня особенный день», – пишет Ксюша. «Вас, дорогие мои и любимые, 6 миллионов. Я хочу миллионный раз сказать вам всем спасибо большое за вашу любовь, преданность мне, за теплые слова». Курбан Омаров в очередной раз подтвердил, что сейчас у него в отношениях все просто замечательно. Курбан опубликовал очередной снимок, который подтверждает, что перемирие между ними состоялось. На фотографии он изображен на фоне портрета Бородиной. В посте под снимком Омаров написал свои рассуждения о критике. Курбан уверен, что критика – это показатель зависти, а зависть – это признание того, что другой человек лучше тебя. Подписчики сделали вывод, что Омаров имеет в виду грязные слухи о его отношениях с Бородиной. Многие рады, что пара смогла помириться. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.